Это я иду какой-то забытой Богом улочке в Бухаресте. Кругом снег. Странная улица там пошла. С другой стороны это для памяти. До леску. Они сейчас лезут. Со всех четырех сторон. Я иду к ЖД вокзалу. Наверное, минут 5 осталось. Так, я вот вышел из метро. Пиато Виктория. Площадь Виктории. Вот здание это. Здесь митинг был, но что-то никого нет уже. Кто-то есть еще там, руки что-то, велосипеды какие-то. Короче, вот здесь были выступления протестующих. Сегодня нет. Кто-то стоит там. Так, куда мне пойти, куда податься? Здесь обычно холодина. -5. Так, это я иду по улице Михай Брау. Проспект, наверное, да? Вот. Вышел на станции метро Обор. Там рынок обычный. Ну и продуктовый такой. И теперь я с начала улицы, сначала проспекта, иду вниз по карте. Вот. В общем, ищу антикварный рынок, но его нету пока. Так, это метро, дошел по Михай Брау улице, дошел до метро. Пятому уч. Вот такая вот пята. И пойду дальше. Да, вот. Надо дойти до Макдональдса. На Дристор 2. Станция метро Дристор 2. Улица Михай Брау. Как идти от станции метро Михай Брау? Вон она.
Угу. Так. Вот станция метро Михайловка, да? Пройти 500 метров. Нормальные цены нам. Так, а это мост. Тоже Михай Брау мост. Сейчас попробуем как-то тут перейти его или через него. Посмотреть, речка где тут. Так, мы находимся под мостом Михай Брау. Уточки плавают. Водичка не замерзла. Вот мост. Дальше речка пошла. Как идти от моста Михай Брау в сторону парка? Тут оказывается школа вождения. Школа, категории А, Б, С, там все дела. Вот так вот. Может пригодиться. Цитата. Никого нету вообще. Тебе туда. Так. Университета Николе Титулеску. Это вот главное. Где это? А он, амбуланс. Так, нашел я где курсы румынского языка. На 5-м этаже. Вход вот сюда. Rolling School. И все, завтра приду. Сегодня воскресенье. Закрыто. Надо засечь, сколько займет времени. Пути к гостинице. От гостиницы сюда. Ну, конечно, трущобы. Так. Внешний вид трущобы. Внутри, может, и нет. Так, станция университета. Чуть обзор ее. Памятник искусству. Есть. Солнце восходит.
территории. Надо будет сходить. Музей истории. Это тоже какой-то. Да, есть. Да, есть. Это гостиница «Интерконтиненталь». Меня туда за нее на курсы. Ну, пойду. Возле гостиницы «Интерконтиненталь» есть такой магазинчик. Называется «Деко 30. Buy and sell art». Ну, походу, тут можно продать и купить картины. Так что надо сюда привезти картину в следующий раз. Если, конечно, купят. Так, вот гостиница «Интерконтиненталь», а сзади за мной находится музей истории. Или Бухарест, или Румыния, ну короче. Музей. Надо будет сходить, но пока не сегодня. Вообще это университетская площадь. Весна чувствуется уже полным ходом. Старинные здания везде. Я так понимаю, это университет. Идти читать вывеску неохота. Но если станция университета, значит, где-то должен быть на ней университет. И я думаю, что это вот он. Много там всяких машин, молодежи. Так, а вот старинные книжечки продают. Ну, сейчас глянем. Приехал я на рынок. Military. Рынок. Субтитры сделал DimaTorzok.
осталось на этом рынке найти штаны, которые хламом торгуют. Так, я за 15 лет купил шаурму. Ну, жирная шаурма, конечно, но дорого. 15 лет это 100 гривен. Сижу, смотрю на улицу, ем в кафешке. Такие дела. Это равно сильно, что в Макдональдсе покушать. Тоже 15 лет.